Что делать непривитому от клещевого энцефалита человеку в случае укуса его клещом? Первое, что я хочу сказать, что, конечно, клеща надо исследовать. Обязательно за медицинской помощью, где пострадавшему вводят иммуноглобулин, человеческий иммуноглобулин. Иммуноглобулин в центральной районной больнице имеется. При обращении за медицинской помощью по причине вот присасывания клеща медработники обязаны удалить клеща, еще раз напоминаю, собрать эпидемический анализ, прививочный анамнез, при соблюдении требований всей биологической безопасности обеспечить доставку клеща в лабораторию и информировать пострадавшего не позднее 72 часов о результатах исследования. Электрокамины от магазинов «Империя света». Выразительная игра света и магия тепла. «Империя света». Тепло и гармония в вашем доме. «Котлас», Володарского, 18. Великий Устюг, Хабарова, 7А.